Я смотрел на алгоритм предотвращения преступлений, ну, после фейла на WKZ. Хм. Вот тут видно, как они размечают районы. Низкий риск, высокий или стрелять на поражение. Так эти районы в Окленде... Высокий риск. Территории банд. Логично. А вот это? Это, друг мой, CTOS без макияжа. Твою мать! Школы, клиники, магазины. Везде стрелять на поражение? А это субсидированное жилье. Этих людей просто выжили из Сан-Франциско. Куда им еще было податься? Запомни свои эмоции, Маркус. Они пригодятся при борьбе с Блюм. Ну да, еще как. Ты прав. Это несправедливость на высочайшем уровне. Ты это нашел, Джош. Ну, Рэй помог обойти фаервол, я бы не справился. Да, ну, это твоя заслуга. Молодец. Эй, резьбу сорвало, знаю. Мы все на взводе. Между прочим, в этом монстре есть и мой код. Если CTOS предупредит о возможности перестрелки, копы задергаются. В общем, не сдохни. Я понял. Мамусик, папан. Привет, мне надо кое-что узнать. Я заеду? Конечно, только тебе придется подъехать ко мне. У меня скоро встреча. В старом квартале? Именно. Хорошо, до встречи. Здесь безопасно? Не опаснее, чем в любом другом месте. Тебе не стоит светиться в Окленде с твоим-то делом. Ты о той лживой записи или о том, что я делаю? Ты знаешь, к чему все идет. Одни люди удобные, другие нет. Цены на недвижимость растут. А те, кто когда-то сделал этот город таким, какой он есть, страдают. Но главное, что стало с обществом. О нем теперь никто не думает. Я знаю. И я все исправлю. Мне пора. Береги себя. Джош, я на месте. Что мне искать? Обычный CTOS-сервер. Наверное, висит где-то на стене здания, как пиявка. Мило. Данные у меня. Похоже, 580-е оставляют где-то машину, а копы ее забирают. Машины каждый раз разные. Копы занимаются контрабандой под камерами CTOS? Они под прикрытием, не отследишь. Значит, нужны только реальные улики. Надо найти ту тачку. Я пришлю тебе схему их передвижений. Просмотри. У тебя должен быть доступ к аэроснимкам. Понял. Thank you.
Это мне нравится. Со схемой, кажется, разобрался. Сможешь как-нибудь их отвлечь, чтобы перехватить тачку? Да, сейчас что-нибудь соображу. Все, я готов. Чего надо? Они приехали. Прячься. Удачи! Вон тачка. Надо ее вывести и не разбить. Папа, такое кого проучить, брат? Помоста в Африке.
Подберу ее, как смогу. Спасибо. Рэнч, тачка на месте. Можешь забирать. Так точно, мой капитан. Я даже камеру к съемке уже подготовил. Чувак, я там была. Я как раз выходила и видела, как этого козла Гудейла вышвырнула охрана. Я с ним не работала, но слышала, что тот еще говнюк. Хотела снять, да памяти на мобиле не было. Советник? Маркус, чем обязана? Надо поговорить. Лично. На побережье к югу от моего офиса. Уже еду. А ты любишь нуар, Маркус? В чем дело? Полиция. В последний раз, когда такое случилось, за них взялись федералы. Что это? Сраный Райдерс 2.0? Ничего не меняется. Что ты нашел? Копы снова убивают. Снова врут. Подбрасывают улики, обманывают систему. И теперь CTOS и Халиби. Особые полномочия. Слушай, будут доказательства, я впишусь. Полиция меняется, Маркус, правда. Для меня и моих друзей главное – это люди. Херня. Нельзя изменить все сразу. Да, в департаменте остались проблемы. Но и реформаторы есть. Кого ты защищаешь, Миранда? Людей или полицию? Маркус, не понимаю, откуда такая наивность? Пропасть между полицией и гражданским населением становится меньше. Хочешь перемен? Останови тех, кто прячет свои лица за технологиями. Ты и Дедсек далеко не единственные. Лавина не начинается у подножья горы. Боюсь, твоим друзьям это не понравится. Милый, если все ограничится «не понравилось», они мне не друзья. Джош, это глава полиции Окленда. Скажи, что ты нашел, как его прижать. На заводе севернее сделка по продаже наркотиков, а в доках на юго-западе будет обмен машинами. Помешаем, и, возможно, добрый дядя-полицейский вылезет из норы, чтобы все исправить. Именно. Сначала на завод. Наркоторговля точно подпортит имидж полицейского участка. Все нормально. Thank you.
Вижу. Я оценю данные и пришлю тебе снимки. Я тут разглядел что-то, что делает бабах. Не лучшее место для ценного груза. Вряд ли то, что внутри, защищено от воды. Я вот не пойму, как они все это проворачивают прямо под носом CTOS. У системы, конечно, есть минусы, но это как-то чересчур. Наверное, у них есть какой-то способ удаления записи с серверов. Учитывая все, что мы нашли, они облажались. Может, время еще не пришло. Это как вывоз мусора. По графику. А может, обленились. Люди наглеют, когда считают себя выше закона. Неужто старец осчастливил нас мудростью? Просто наблюдение, милочка. Людей нельзя взломать. Пока нельзя. Ну, круто. Сейчас будет много шума. Посмотрим, что из этого выйдет. Давай. Слушай, уступи дорогу.
Чуваки, там такой дым, надо было видеть. Маркус, слушай, я подключилась к полицейской связи, они в ярости. Миссия выполнена? Это еще что? Не знаю, что случилось, груз уничтожен. Сейчас я тебя прикрою, но в следующий раз тебя никто не защитит. Отбой! Похоже, ты им все испортил. Так и надо было, да? Выдвигайся к докам. Мы хотим сохранить элемент неожиданности. Джош, я у доков. Да, не завидую. Берегись, Тескас. Черт, это их территория? Да. Ладно, поищу сервер. Может, еще обойдется. Скачиваю аэроснимки. Есть что-нибудь? Теска сводят скорую. Полиция забирает из нее мешок для трупов. Что? По статистике, скорая помощь – самый безопасный способ транспортировки человека. Мне кажется, что помощь ему уже не потребуется. Вот как я отсюда выберусь. Надо только довести себя в целости. Себя и улики. Думаете, получится? Говорят, у шефа тут еще характер. Уверена, что он выйдет из себя. Он не должен был давать присягу. Итак, я собираюсь угнать скорую кучу гнилых копов и, может быть, получить пулю. Я даже завидую. И поехали! Тут раненый! Найдите его! Таких, как ты, я пачками вас. Да твою ж мать! Сука! А-а-а, черт! Твои уши! Ой, черт! Thank you.
Черт возьми, я только что украл труп. И лучше тебе поскорее от него избавиться, сынок. Прямо перед штаб-квартирой ФБР. Ты разозлил целый улей продажных копов. Лучше послушай. Прием, прием. Я не знаю, что случилось, сэр. Они нас будто ждали. Вы отстранены. Но, сэр... Пусть Кестрел сядет в лодку. И не опаздывает. Да, сэр. Отбой. Стремно. Ну что со мной может случиться? Эй, замолчи. Да, правда. Сглазишь еще. Вспомни об этом, когда меня застрелят в заброшенной тюрьме. Пока. Чувак, я еду на скалу. В детстве я там так и не побывал. Круто! Ты обожаешь Алькатрас? Ну, не то чтобы прям обожаю. Быстро! Когда случился бунт в столовой? Какой из? Задрот! Эй, я... Задрот! Вот оно. Записей больше, чем я думал. Мне нужно немного времени. Не торопись. Вид потрясающий. Thank you.
Оставайтесь на линии. Алло, вы меня слышите? Слышу. Вы как? Да. Я в безопасности. Ваши друзья подключили меня, чтобы я смог вас отблагодарить. Расскажите прессе обо всем. Разумеется, друг мой. Берегите себя. Йоу, больше я не поеду в Алькатрас. Никогда. Подожди, ну может еще повезет. Ты сбежал со скалы. Это же просто охрененно. Отстань от меня. Пожалуйста. Слушай, ну, я хочу лечь и уснуть годика на два, если вы не против, хорошо? Еще рано. Йоу. Да ладно, ладно вам, ладно, не сплю. Черт. Смотри, вуаля, вот так. Советник Миранда Камей встретилась с нами, чтобы выразить свое мнение об этом ударе по репутации полиции Окленда. Спасибо, Ширли. Если бы не действия гражданских активистов и одного отважного свидетеля, этот разговор бы не состоялся. Я официально заявляю, что мы совместно с полицией Окленда начали полномасштабное внутреннее расследование. Мы хотим, чтобы вы изменили свое мнение о полиции. Граждане цифровой эпохи, приветствую. Полиция Окленда считала, что будет применять прогнозирующую аналитику для защиты города. Но нет, продажные копы обезопасили себя, используя программу для защиты полицейских от узнавания и убийств. Они торговали наркотиками. И убивали несогласных. Снова и снова и снова. Официальное расследование уже начато, но алгоритм Блюм – истинная причина произошедшего вне подозрений. Возможно, он и правда не предвзят, как говорят создатели. Или же его смогли изменить, потому что фильтры, определяющие бедных и беспомощных, были зашиты в код. Мы не узнаем наверняка, не увидев исходники. Эдсек рассказывает правду. Решать вам. Ну-ну. Давайте мыслить масштабнее. Ладно? Глубокий вдох. Недавние действия Эдсек нам только на руку. И выдох. Дедсек подняли шумиху, и спасибо им за это. Подумайте об этом. Намасте. Намасте.